Нет, сыграй что-нибудь. Ну да, для отечественную посмотрим. Красные глаза такие, ужас. Все, видео попал. А вас фоткать, что ли? Хотите, я вас щелкну? Да я вас на видео снимаю, друзья. Окей. Это не мы, извини, что я... Это вы. Поздравляем. Поздравляем. The same for you. Да, потом не буду снимать. Вообще ударная секция оркестра одна из самых ключевых звеньев. Время будет, если делать фуршетик, он я добавлю, в общем, это сделано с удовольствием, и поэтому прием как бы за джали, за сезон, за маску, за турандот. Он сейчас сюда придет, так что я... Игорь. Знаете, бывают такие вещи в театре, иногда раз, как неожиданно,
Николашу, ты там уже так материал вроде считаешь себе так. Я все играю, я все могу. Раз и ты получаешь какой-то материал, такое какое-то испытание, неожиданное. Вот в принципе, эта работа оказалась такой, потому что действительно эта работа никогда не оказалась большой. Она охватывает все жанры по большому масштабу. То есть это и хоровая колоссальная работа, оркестровая работа. Это категорически тяжело найти состав исполнителей все это подобрать. И в принципе вот это все когда соединить, то есть это какое-то испытание для всех. Я получил просто колоссальное удовлетворение, потому что все равно всегда у меня есть качество сомневаться. Вот мы себя не хвалим просто, вот, Саша, понимаете? Бывает, ну, мы играли. Вот когда вот берется новая абсолютно, сложнейшая работа, почти что современная музыка, все это, и вот когда ты получаешь все-таки хорошее, вот, знаете, мотивация, у меня мотивация, у вас, наверное, мотивация, без этого просто вот, чувствуется, у каждого сыграло вот это, сыграть, реализовать себя. Если этого нет, нечего делать. Нечего, не существует лицензии просто. Поэтому я получил, что практически, я думаю, что у каждого это существовало. Иначе эта работа не получилась. Все хотели реализоваться. Просто в этом деле. Спасибо вам большое, что это получилось. Что мы можем это сделать. И мы можем работу не дать. Что-то там, кто-то не понравился. Даже. Спасибо вам, что получилось. Я думаю, что в сентябре после подтверждения это немножко в другом качестве, сценическое искусство. Поэтому за вас, чтобы все хорошо отдохнули. У нас разные бывают. Мы очень прямо общаемся, знаете, подкалываем друг друга. Когда сидим, понимаете, что надо, я все время говорю, ну ты его вопрос играли, с этим стулом. Режиссерский заглавный. Ну на самом деле. Сказано было про Дурандот, тут ничего не прибавишь, мы сами все говорили. Но я хотел бы сказать, что я, честно говоря, снимаю шляпу перед вашим коллективом, будучи сам оркестрантом, я очень хорошо знаю, как затягивает оркестровая рутина, как она из артистов, да, иногда делает вместе. И я просто в восторге от вас, потому что два раза в моей жизни вы проявили себя как настоящие артисты. То, чего в театрах, в оркестрах практически. Я говорю, это когда вы на Джамиле сказали свое веское слово в пользу того... Стоп, я говорю, Костя, ты по режиссерски должен сразу упасть. Это когда вы на Джамиле, ребята, вот когда ваше слово имело очень большое значение, когда вы говорили о финале, том, который предлагали мы, и когда это нашло понимание у вас, это, честно говоря, для меня это было просто тогда откровением. Но когда сейчас вы поддержали эту историю с финалом без Альфана, а только с Пучини, ребята, я вам говорю, знаете, я всегда говорю в таких случаях, это касается всех коллективов, всего театра целого. Рубарь опять сказал, я тоже, наверное, уже не могу совсем объективным быть, я действительно уже немножко нескромно получится, но театр действительно это уникальный. Я, когда мне говорят, знаете, я сейчас так говорю, кольцо Нибелунгов за две недели. Я говорю, где? В Казани. Я говорю, закрыто не должно быть. Вот, ребят, я просто, потому что я вам хочу сказать, что я в жизни видел двух человек, которые умеют руками играть на оркестре. Все остальное либо под музыку пляшут, либо не мешают, понимаете?